Да, царапина небольшая, но вопрос очень серьезный. И виноват Жорик. И Жорик, конечно, поврежден, сейчас я все объясню, но он получил по заслугам. Потому что Жорик всегда что делает? Жорик выскакивает или не выскакивает, или когда просто идет и видит собак, любое количество, 10, 20, 5, 3, он мчится к этим собакам любого роста. И ладно, гавкает, не гавкает, но он мчится к ним. То, что я кричу ему сзади нельзя, то, что я бегу следом, ну вы помните случай на пляже в Шарм-эль-Наге, на него это никак не действует, когда он видит собак, и его нужно было все-таки проучить. И в конце концов его проучили. Я вернулась домой, вывела Жорика на улицу, возле дома он гуляет без поводка, если недалеко. Ну, бежать здесь некуда особо. И он увидел собачек, которые знакомые. То есть гуляет женщина, хорошие собачки дисциплинированные. Он знает этих собачек, они знают его, и он помчался к ним вовсю, не слушая меня, в другой конец улицы, гавкая по дороге. А с ними была еще одна собачка, тоже домашняя, но которая гуляет одна по улице, большая. Эта собачка, в курсе она, не в курсе, кто это вообще несется и кто это гавкает, она бросилась на Жорика. И тут стадное чувство, на него бросились все собаки. То есть, ну, больших собак было штук 5, может больше, всего их штук 10 было. Стадное чувство. Один бросился, все. Жорик вроде бы я посмотрела все, вроде бы он не поврежден, ничего с ним не случилось, но у него, конечно, шок, потому что всегда был герой он. А тут, понимаете, все бросились, и он, бедный, припал к земле. Я уже добежала, схватила его, одна собака его не отпускала, но хорошо, что у него много шерсти, поэтому я повреждений вообще никаких на коже не вижу. То есть отбили Жорика со рта, у нее вытащили с хозяйкой, но это ненормально, когда он мог вот так вот поступить. Хорошо, эти собаки, штук 5 на поводке, штук 5 без поводка, но они нормальные собаки, они знали его, просто ситуация такая случилась, но это ненормально, как делает он. Он чувствует свою уверенность и безнаказанность. Он чувствует себя львом. Это ненормально. Нужно немножко его было присадить, чтобы он понял, что опасность существует. Так как ребенку разрешают дотронуться до чайника горящего или до утюга, чтобы он потом больше к нему не лез. Поэтому я этой ситуацией довольна. Ну, во-первых, что у него нет повреждений. А во-вторых, что все-таки его проучили, потому что он испугался. Он сидел сейчас, пришел, сидел, сначала побежал на свое место, затем другое место, затем пошел в ванную и сидел в ванной. Не выходил. Хотя я, конечно, его не ругала, ничего, я его жалела, как бы поддерживала. Но он испугался. И надеюсь, что это произведет на него какое-то впечатление, потому что это было ненормально. Вот он залез на диван, вот он боится. Он ведет себя не так, как всегда, конечно. Потому что таким спокойным я его никогда не видела. Он неспокойный, да, конечно, у него шок. Я его жалею. Полная поддержка обеспечена. Да, ты мой, ты мой, ты мой. Но делать так нельзя. Нельзя так делать. Где собаки? Где собаки? Нельзя так делать. Собаки. Это опасно. Стоп. Он немножко оживился уже. До этого вообще не выходил из ванной. Но каждый должен понимать, чем это чревато. И Жорик в том числе.